бренд-магазин СККС представляем телефончик Land Rover L9000. Телефон Land Rover L9000 это первый реально защищенный Powerbank телефон. До этого Powerbank телефоны имели, скажем так, достаточно хлипкую структуру, не были достаточно защищены от ударов, ну, просто имитировали в стиле милитари. Land Rover L9000, почему называется L9000, мы не знаем. Ну, в принципе, есть догадки. Он реально вот защищенный. Почему это видно? Во-первых, стекло. Спереди находится стекло, которое не продавливается. Ощущается очень твердое и такое серьезное стекло. Предыдущие модификации подобных телефонов, там был явно пластик. Кнопки. Кнопки закрыты снизу прокладкой. По кругу хоть и одета резинка, это от смягчения ударов. Но сам телефон и дальше сделан достаточно серьезно, начиная от крышки и всего остального. Вот по кругу полиуретановая вставка. Закрыт правильно подсветка. Нижняя часть. Внизу у нас есть гнездо для зарядки microUSB и для пауэрбанка. В чем становится очень хорошо, не ломается. Микрофон закрыт. Данный телефон, естественно, не водонепроницаемый, но он явно противоударный и сделан правильно. Открыть крышку достаточно сложно. Нужно постараться, чтобы ее открыть. Кроме 3-4 болтов, которые сейчас я не ставил, она еще закрывается без болтов достаточно серьезно. Вот. Ну, то, что он не водонепроницаем, так как нет вот здесь прокладки необходимой. И батарея 13800. Но опять же, китайцы не могут уйти от своей, скажем так, проблемы ранее, которые они всегда делали. Батарея с телефона E9000, сама модель Land Rover L9000. Судя по размеру батареи, она абсолютно такая, как и в Land Rover A9000. Соответственно, мы думаем, что здесь не 13800, а 9000 мА. Но помня, что 9000 мА в Land Rover A9000 давало почти 2 месяца работы, то это, конечно, серьезный результат. Как видим, стандартные сим-карты, поддержка microSD сим-карты. Закрывается. Напоминаю, здесь еще становится 4 болта, которые идут в комплектации. Что касается комплектации, зарядное устройство стандартное, наушники, точнее наушник один для разговоров, отвертка и болты, один болт запасной, кабель с удлиненным папой. Итак, одеваем резиночку, посмотрим на сам телефон в работе. Да, фонарик включается даже если телефон выключен. Достаточно яркий, включение происходит сбоку. Очень громкий динамик. Сам экран. Экран большой, большие цифры. Русские буквы мы нанесли самостоятельно на данную клавиатуру. Это делается специальным устройством. Русификация внешнего меню главных названий Message, Organizer нет, но если зайти внутрь, например, фонбук, все русифицировано. Колл-центр, настройки вызова, расширенные настройки, автоматический набор, режимы ответа, все это русифицировано. Ну, подобная ситуация была с предыдущей модификацией. Из мультимедиа у нас есть камера, изображение, плеер, устройство звукозаписи. Ну, попробуем записать, проверить микрофон. Проверка работы микрофона. Останавливаем, послушаем.
проверка работы микрофона. Учитывая, что я был на расстоянии где-то 20-25 сантиметров, то это отличный результат. СМСки, написать сообщение СМСки с помощью кнопки можно менять буквы на английский, французский, итальянский, русский и набирать СМСки. Дальше контакты. Добавим новый контакт. Посмотрим, сколько получилось у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать символов. Можно ввести в контакт. Можно копировать контакты с чего-то, перемещать контакты, статус памяти. К сожалению, в телефоне написано возможность только 100 контактов, учитывая сим-карты, это еще 300. Соответственно, здесь максимум можно разместить 400 контактов. Больше не предусмотрено. Посмотрим на камеру. Камера, в принципе, 2 мегапикселя. Пожалуй, здесь либо 1.3, это точно. Неплохая картинка получается. Все фотографирует сразу на хранение. Ну, очень интересно, кстати, Diving Recorder нарисован видеорегистратор. Есть профили. В профилях мы можем задавать звонки. Можно выбирать из файла, соответственно, можно задать мелодию. Да, кстати, есть здесь же функция волшебства, волшебный голос. Почему-то в последних моделях появилась эта функция. Можно менять свой голос. Тут это мужчина, женщина и дети. Вы можете разговаривать с мужчиной, женщиной и дети. Предыдущее видео наше посмотрите. Подобный телефон. Мы показывали, как это работает. В этом телефоне тоже такая функция есть. Из дополнительных функций хочется отметить еще несколько таких необычных функций. Для разблокировки. Что ж ты просишь? Чтобы разблокировать, смотрим. Лок заблокировали. Для разблокировки нужно нажать левую, потом нажать правую. То есть, как необычно. Из дополнительных функций мы можем... Имеем два окна. То есть окно оператора и окно, где время и дата. Очень интересной также функцией показалось для нас. Даже не функцией, а интересное сообщение пришло. На ваш телефон Nokia N70 вы отримаете автоматичные налаштування. То есть он видит оператор, этот телефон, как Nokia N70. То есть фактически это телефон Nokia N70. Внутри плата именно это. Ну вот, вот такой сюрприз. Ну опять же, всегда просились, какой пароль сброса. Обычно пароль сброса 1122. Ну, как и здесь, в принципе, сейчас сделаем сброс. Очень часто клиенты почему-то спрашивают. Сразу можно зайти в фон сеттинг, выставить нужный нам язык. Так, краткие выводы. Если вам нужен телефон с реально большим аккумулятором и имеющим степень защиты, на сегодняшний момент это первый такой телефон.
Понятно, что телефон не имеет IP68, и батарея, хоть и 13800 написано, реально здесь 9000, поэтому он, наверное, называется L9000, так как размер батареи соответствует Landrover A9000. Из недостатков мало контактов, всего максимум вы можете подвязать не более, скажем так, сколько, 400 контактов. Из плюсов, телефон удобный, интересный, квадратный. Но большой плюс этого телефона — большой аккумулятор, я уже сказал, фонарик, может использоваться в боевых действиях, а также есть функция изменения голоса, то есть вы можете поменять свой голос, если не хотите, чтобы вас узнали.